как бы, чему опять флексит связями в элитах, да, это. Ну, как бы, блядь, курсор пропал. Пизда, сука, блядь, манта и пана. Сейчас. Ну, типа, чтобы было понятно, да? Чибисов спрашивает, а когда тебя Равин обусывает, это тоже культура тела? Да, лучше такое не спрашивайте. Лекция. Блюдо. Что тут? Да ты тоже, но это не важно. Смысл... Просто интересно. Что вот вообще говорил, что он тебя избил. Да, так и было. Все. Ну понятно, значит не было, наверное. Избил, обоссал, обосрал. Блин, ну ты даешь, приятель. Лучше бы ты так не шутил. Так, я вот что-то хотел сказать, меня Виктор в смысле сбил. Политическая речь. Она была? Что, что политическая речь? Нет, у тебя мысль какая-то была вообще. Ты сбил меня, если... Ну, если ты не помнишь, что, какая мысль была, значит, ее не было. Ну, или так. Не, у меня мысли-то когда-то рядом, как бы, они есть, но я их озвучивать не буду, потому что, ну, сам понимаешь... Ей надо было сразу, когда она пришла на вот этой волне героя, мочить пороха. Она это сделала, не просчитал, что он ее будет мочить, и он ей будет сбивать рейтинг только спустя 2 месяца. Понимаете, в чем дело? То есть она Виктор начала... знает, она кого начала, мочить надо. Она начала... Можно доверять ему. Я не могу его выкинуть. Выкиньте ее с конференции. Ну вот приятель... Я вот сейчас пытаюсь его выкинуть, но он... Не, он в супрематическом пространстве, я не могу его выкинуть. Ну ладно, продолжайте. Я просто выйду, если как бы хотите шутки, то... Не, давайте мы ему отключим микрофон. Если не хотите... Ну я не буду больше нормально поговорить, то... Вот все выключаю. Я думаю, что если меня ДНР возьмет в плен, и лично Захарченко после того ролика, который я сделал... Я думаю, с Зильберманом. Я думаю... Я думаю, ну выкиньте его, я не знаю, это совершенно не... Сейчас я его выкину. Не, ну серьезно, Евгений. Так, Сакрамар, вам выносится. Не, ну выбросьте его просто. Не, я ему последнее предупреждение выношу просто. Все, отключайте микрофон, Сакрамар. Ну я перепутал. Уходите в супрематическое пространство назад. Так вот, Захар меня точно, наверное, прибьет за тот ролик. Ну он же не узнает, что ребята, именно вы. Причем вата набежала, я там... Там уже ведро подменить, ну ладно. Конкретные аргументы. Я буду молчать, Поздно. Вот после этого Витя очень обиделся и больше ни с кем из нас не разговаривал. Хотя не, я после этого один раз с ним разговаривал, на самом деле, год спустя, по-моему, после вот этой конфы. И все. Блин. Это вы виноваты, Сакрамару, во всем. Да, я один ролик знаю. Так, сейчас я... Блин, я, кстати, эту шнягу до сих пор цитирую периодически. Великий человек. То есть реплики Сакрамара в особенности цитирую, там типа, я перепутал, я один ролик знаю. Ведро подменили, блядь. Да, это 16-й, по-моему, год. А вот она. О, вот тут полный запись. 16-й год, да.